Я вас глубоко и нежно приветствую на своем YouTube-канале. Как всегда, Мукбанк и самые интересные темы, самые интересные видео, самые вкусные блюда и рецепты. Ребят, кто не знает, кто не видел, кто немножечко где-то летает в облаках, я выставляю еще рецепты. Где можно найти? Здесь, на этом канале, в коротких видео-шортсах. Это вареники. Немного развалились некоторые, знаете почему? Потому что я вчера замораживала, их заморозила, у меня морозилка маленькая. Две, значит, партии я наготовила, много не могу. И мне пришлось сверху, и сверху там поприлипали, я и мукой засыпала, и места отгорожала, короче. Ой, я не могу, меня вчера лучше вообще никто, слава богу, не трогал с этими варениками, потому что, честно, я... их лепила, материлась, но они очень вкусные получились. Так, ну что, кто хотел мукбанг с варениками, вот, пожалуйста. Получились, конечно, они замечательные. Вообще, это не вареники, это пельмени с картошкой, с салом, как будто. Не знаю, вареники все равно другие. По вкусу. Это я откусывала на пробу. Ребят, сегодня такая тема подарков. Подарок на день рождения. Вот тема вообще подарков. Я хочу с вами побеседовать. Вообще, как вы относитесь к подаркам? Говорите ли вы, вернее, спрашиваете ли вы у своих друзей, что тебе подарить? Либо вы дарите подарок, ну, как любой, да, на ваше усмотрение, потому что это, ну, подарок, да, о подарках не говорят. Тут немножечко спорная такая. Ну вот все время все по-разному на самом деле говорят про эти подарки, рассуждают, ждут эти подарки. Кто-то говорит, ребят, сразу вот собирая, да, ребят, дарите мне вот только деньгами. Спасибо большое, у вас, возможно, хороший вкус, у вас, возможно, да, там, вы с добрыми намерениями, но мне нужны там деньги, к примеру, да. Сочные. Либо эту тему никогда не обсуждать. Я что хочу рассказать. Я тут на днях вспомнила. У меня был такой... Мне было неприятно. Такой казус. Ну, может быть, я и не права. Вы в комментариях напишите. Мне интересно. День рождения было у моей подруги, но это было давно. Несколько лет назад. Ей захотелось сделать подарок. Так как она любит серьги, мы как-то разговаривали об одних сережках. Помните, да, наверное, сейчас есть, да, что помните, сейчас, наверное, есть магазин Сваровский, да? А это бижутерия, но очень хорошего качества, она дорогая, Сваровский. И вот мы как-то с ней обсуждали, я помню, что нам одинаковая форма сережек там нравилась на тот момент. Это было, я не помню, лет 5 назад. Обсуждали, и... Я решила ей сделать такой подарок на день рождения, купить эти сережки, ни о чем не говорю, бегу в торговый центр, выбираю. На тот момент они стоили, по-моему, 3500. Сваровские серьги. И знаете, какая форма? Как вот такой большой камень, яркий, такой вот как, ну, типа там бриллианты, он круглый, крупный, очень сверкает. Это камни Сваровские, да, кто знает, вот эти, они очень там... были, прям гудели лет 5 назад,
Ну, если я не ошибаюсь, поправьте, да, меня. Я, значит, да, по-моему, стоимость 3500 на тот момент стоили они. И я все, я покупаю, бегу, день рождения, отмечаем. Дарю, и вы знаете, когда думаешь, все, вот подарок идеальный, и человек будет радоваться. И потом спустя какое-то время она мне высказывает в не очень приятной беседе. У нас какая-то беседа была, вообще не из-за подарки, но коснулась подарков, и она мне высказывает о том, что и вообще какого хрена ты мне подарила бижутерию. Ты знаешь об этом, что я там то ли не ношу, вот я не помню как. Ты лучше бы спросила, что мне действительно надо. Я уже не помню, как складывался там точно разговор, что я ответила. Вот прошло много лет, и мне, не знаю, вот внутри у меня все равно есть какое-то, знаете, то ли обида, то ли недопонимание, потому что когда ты делаешь от чистого сердца, ты думаешь, ну, что этот подарок будет действительно нужен, действительно оценен, да, другим человеком. И я не знаю, такая у нас не очень приятная беседа. Я говорю, да как так можно, да, к подаркам относиться? Я говорю, во-первых, да, и действительно, там я не знала, и я думала, что мы просто обсуждали как-то вот эту форму сережек, и я думала, я была уверена, да, человеку понравится. Неужели, да лучше бы я, извините, либо деньги подарила, либо там что-то другое. То есть тут дело не в том, что я там не задумалась о том, что человеку что-то не нравится или что-то не устроит. Ну, конечно, по мне бы я бы в жизни человеку бы такое не сказала. Потому что 100% в любом случае прав он, не прав, ты человека этим обижаешь. Человек старался. Одно дело, знаете, как мне рассказывали, что одна подруга разбила вазу, там какую-то дорогущую вазу. Значит, и она говорит, ой, я тебе подарю. Время приходит, она не дарит. Ну, знаете, как разбила, и все, и молчит. А сама обещала подарить, ну, купить вазу. И получается, что подарила этот подарок на день рождения, эту вазу, которая должна просто так была купить и отдать. Просто кому-то деньги не нужны, не интересно. Кому-то интересно открывать эти подарки. Смотреть, что же подарили. Тем более, когда мы с близкими людьми, да, общаемся, мы знаем отчасти, что он любит, что ему нравится. И пытаешься как-то, да, там угодить. Не просто так. Понятно, есть люди такие, знаете, отъебись, да, которые делают эти подарки, и лишь бы ему там дешево это все обошлось, и вообще там дарят чуть ли не 500 рублей на день рождения. Когда стол был накрыт на 25 тысяч в семейном кругу, а приходит из трех человек на день рождения и дарит 500 рублей. Да, и такое было. Ну, сказать, что нет денег, это другая ситуация. Не знаю почему, это необъяснимо, но факт. Вот такая вот. Бывают, конечно, сложные ситуации в жизни, которые тебя приглашают на торжество, на свадьбу, у тебя реально нет финансов, то есть и в долги ты не хочешь влазить, ты как-то копишь, и тебе неудобно маленькую сумму дарить, да, идти с маленькой суммы, ну, как-то выворачиваешься. Тут одно, тут уже
по человеку видно, то есть либо человек напрямую. Поэтому вообще такой момент, что чужому человеку вообще тяжело угодить, особенно у кого там свою какой-то вот по поводу там подарков. Но вот мне как-то угождает, хотя я вот такой сложный человек в плане. Мне мало что нравится, но люди, которые со мной близко общаются, они меня хорошо знают и вот как-то угождают с подарками. Да и вообще, я не знаю, мне кажется, в моем окружении такое, что «Ой, на фея, вот ей там что-то подарить». Нет, нет такого. Но и я бы ни в коем случае не... Я бы высказала там за поведение, я бы высказала какие-то моменты, но никогда бы я не высказала человеку за подарок. Не потому что к одаренному коню в зубы не смотрят, а потому что... Ну, потому что если тебе человек дорог, ты таким образом его не обидишь и не ужалишь. Можно это сделать другим образом, да? Когда ты хочешь насолить человеку. Но были у вас такие случаи? Что с подарками у вас? Как вы относитесь вообще к подаркам? Говорите, вот сейчас, да, уже давно, кстати, все говорят про деньги, лучше деньги, лучше деньги. Действительно, человек, да, там тратится на рестораны, там, либо дома, лучше денежку, да, копеечку. Когда ты это не говоришь, не обговариваешь, приходит с подарком. Я вообще люблю подарки. Я люблю и деньги. Я люблю подарки. Вот как тут быть? Как вы? Давайте. Такая вот тема, кстати, по-моему, такой темы у нас не было на Мукбанге. Тема подарки. А может, кто-то считает, что если человек тебе высказывает, на него не стоит обижаться, намотать на ус и больше так не делать, да? Тоже такой вариант. Вареники вкусные? Конечно, вкусные. Безусловно, вкусные. Ой, но вчера у меня был день тяжелый с ними. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Брусникина Фуд. Ссылки будут под этим видео. Так что не стесняйтесь, всех адекватных жду. А неадекватных сразу в блок, вот так вот, все. Автобус с ебанутыми. Все, пока-пока.